Территория современной Молдовы лежит на перекрестке путей. О бесконечной веренице, шедших на протяжении всей истории через наши края народов и племен, свидетельствуют фамилии. Самая распространенная в Молдове – русу – говорит о том, что это потомки русинов. Сырбу – это сербы. Мунтяну – жители Мунтении. Унгуряну – венгры. Арнауты – албанцы. Можно продолжать и продолжать. Паспорта – как карта Европы. Западной и Восточной. И даже Азии. И все мы – единый народ – молдаване. Такие разные и такие похожие. За века научившиеся сосуществовать. 200 000 лет, омул модерна порнит из Африки, а лото... 200 тысяч лет назад современный человек начал свой путь из Африки. Он отправился на север, предположительно через Аравийский полуостров. Там люди разбились на несколько групп. Часть пошла на восток, в сторону Азии, а часть на запад. На Аравийском полуострове они разделились на несколько линий, ветвей, которые заняли территорию Европы и, соответственно, наш регион. Это зона миграции. Исследования Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, которые я провел, демонстрируют важное событие, которое характеризует структуру населения на данной территории. Это событие можно объяснить миграцией славянских народов. Еще одно доказательство многогранности истории – название нашего края – Молдова. Похожие топонимы можно встретить в Чехии, Германии, Словакии, Сербии, Румынии, на Украине и в России. Ведь река Волтава на немецком «Молдау» в переводе «дикая вода». Есть и другие версии происхождения названия нашей страны. Одни полагают, что имя Молдова придумали римляне – «Молис Давия». Другие, что у топонима славянские корни. Третьи находят сходство с готским «Мулда» и «Мулденис», которые означают «земля». Эти топонимы появились задолго до XIV века, момента зарождения молдавского государства. Но до тех времен еще далеко. А мы отправляемся на 1 000 000 лет назад, когда на территории нынешней Молдовы обитали мамонты. În fiecare primăvară și toamnă, arheologii pornesc la specifica lor vânătoare. Ei vânează urmele evenimentelor din vremuri de mult apuse. Каждую весну и осень на охоту выходят археологи. Они ищут следы давно минувших событий и тех, кто жил здесь задолго до нас. Молдова в этом смысле – благодатная земля. На каждые 2-3 километра обязательно приходится памятник истории. Самые притягательные для археологов территории – русла рек и долины. Над речными обрывами встречаются городища, поселения и курганы. Здесь селились геты, скифы. Если мы в долине, то уделяем внимание склонам, особенно южным. Их выбирали трипольцы и черняховцы. На дне долины можно найти стоянки эпохи неолита и поселения древних славян. Археологи утверждают, без находок они никогда не возвращаются со своей охоты. Археологи afirmă că ei nu se întorc niciodată din metaforicele lor escapade cinegetice cu tolba goală, fără trofee valoroase. 10-14 миллионов лет назад от предгорий Альп до подножия Тянь-Шаня расстилалось Сарматское море. Память о нем застыла в слое ракушечника, которым богата одарена Молдова. В нем можно найти отпечатки доисторических существ. Морские воды легко вымывали в пористой породе толтор и образовывались гроты, пещеры, навесы. Их много в Бричанском, Единицком и Рыжканском районах. Эти природные убежища становились местом жительства доисторических людей. Отсюда открывается потрясающий вид. Что ни говорите, а древний человек был эстетом. Здесь, в гроте у села Дуруиторы, археологи обнаружили фрагмент челюсти древнего человека. Тут же были найдены останки пещерного медведя, гиены, льва, гигантского оленя и дикой лошади. Этот грот был некогда весьма просторным, около 300 квадратных метров. Сильно закопченные своды и козырек над пещерой – следы костров не только современного, но и древнего человека. Быт его был прост, да и сам он оказался неприхотливым. Среди найденных орудий труда только специалист отличит скребок от ножа с обушком. Изготовлением орудий занимались мастера.
хотя навыками владел каждый. Современные опыты доказали, женщинам эта наука лучше дается, удар более выверен. Но если начинать с неандертальцев, то там были распространены у них в основном три типа орудий. Это остроконечник, это орудие мужчин, которым оснащались, как правило, копья. Это скребла, их называют еще женскими ножами, обладающие универсальными свойствами и для резания, и для скобления. Были так называемые двусторонне обработанные изделия. В основном это были наконечники копий. Что касается их последователей, кроманьонцев, то здесь спектр каменных орудий достаточно широкий. Не менее 40 наименований каменных изделий. На месте Сарматского моря со временем появилась тундра-степь. 15-20 тысяч лет назад зимой в ней паслись северные олени. Ну а где олени, там и охотники. Возле Косыуц Сарокского района найдена их стоянка. Эти места буквально усеяны костями животных. Археологи нашли 25 культурных слоев. Столько раз на этом месте в древности селились люди. У охотников было безотходное производство. Мясо съедали, из шкур шили одежду, из костей делали орудия труда и оружие, наконечники копий и дротиков, пики для закалывания животных, топоры, лощила. Их же использовали в качестве топлива. Еще один вожделенный трофей – мамонты. В компарации к стационарной гроте, в сравнении со стоянками в гротах, где легче можно было найти укрытие в холодные периоды, на открытых стоянках со скудной растительностью, в так называемой тундростепи, было не так много деревьев. Поэтому при строительстве различных домов, убежищ, использовались бивни и кости мамонтов, кости северных оленей и других крупных животных. На концах просверливались отверстия. Туда вставлялись прутья или сразу несколько ветвей деревьев. Таким образом создавался каркас. Кости были своего рода фундаментом постройки. Съели практика в червяковом фильме фундации для конструкции норм локуинцев. Более привычной нам лесостепью наш край становится между 10 и 8 тысячелетиями до нашей эры. Меняется климат, исчезают мамонты, северные олени, приходят новые люди – земледельцы. В то время как египтяне только планировали строить свои пирамиды, здесь процветала одна из первых земледельческих культур. Двойное название объясняется исторической справедливостью. В конце 19 века практически одновременно две группы археологов сделали открытие этой культуры в румынских Кукутенах и украинском Триполье. На карте мира цивилизации выглядели как редкие огни, окруженные огромным темным пространством. Они возникали то тут, то там. Загорались и гасли. Древний Египет, Греция, Рим. Кукутень Триполья определила их по времени, став одной из самых ярких цивилизаций. Культура зародилась на Западе и постепенно продвигалась на восток. На территории Молдовы она в момент своего расцвета – апогея. Потому здесь встречаются редкие находки, которые ярко характеризуют эту цивилизацию. Мы по праву можем гордиться таким наследием. Жили трипольцы с размахом. Отдельные поселения занимали 200-250 гектаров с 2000 домов и 15000 жителей. Трипольские дома строились в 2-3 этажа. Их основой были переплетенные ветви, обмазанные с внешней и внутренней стороны глиной. Existe părerea bazată, să spunem, pe spiritualitate, mai curând pe elemente de spiritualitate, că odată cu moartea stăpânului casei, a principalului... Существует мнение, основанное на представлении об их духовной жизни, что после смерти владельца дома, главы семьи,
Оставшиеся родственники принимали решение о необходимости уничтожения жилища. Его сжигали вместе с умершим. К этому выводу ученые пришли, исходя из того, что за более чем 130 лет исследований на территории распространения кукутень-трипольской культуры нам до сих пор неизвестно ни одно кладбище, некрополь этой цивилизации. Огонь был сакральным для трипольцев. Он всегда поддерживался в очаге с момента возведения дома и до его уничтожения. Трипольцы сжигали не только отдельные жилища, но и целые поселения. Каждые 50-70 лет они покидали старые места и уходили в поисках новых, оставляя за собой сожженное дотла прошлое. Факт рамыне, когда мы, когда дископерим, Факт остается фактом. Все, что мы находим, располагалось на платформах. Остатки домов представляют собой запеченные сгустки глины. Во всех проводившихся экспериментах мы не смогли достичь температуры, при которой плавится глина. Говорят, не боги горшки обжигают. Но у современных мастеров изделия намного тяжелее трипольских. Есть какой-то секрет. Трипольские орнаменты – поле для домыслов археологов. Они проводят параллели с другими культурами, бесконечно рассматривая фигурки, исполняющих ритуальный танец женщин, изображения животных и переплетающихся в неизвестных символах змеях. Кукутень Триполье таит много тайн и порождает массу домыслов. Долгое время ученые спорили, какую роль выполняли биноклевидные спаренные сосуды. Они еще бывают моноклями и триноклями. Предполагали, что они использовались как ритуальные сосуды. В конечном итоге сошлись на версии, что это были крохотные барабаны, видимо, тоже ритуальные. Захоронения у трипольцев появляются на позднем этапе. По найденным останкам в могильнике Выхватинцы, близ Рыбницы, антропологи пришли к выводу – они были представителями средиземноморского типа, невысокими, стройными, тонкокостными. В тех же Выхватинцах нашли трогательную вещицу – погремушку. Потрясешь ее и услышишь звук, который несколько тысяч лет назад успокаивал маленького трипольца. Так оживает история. По Молдове разбросаны четко очерченные холмы. Вполне вероятно, что они являются курганами ямников, скифов или сарматов с их богатыми захоронениями. В эпоху бронзы эти племена и культуры пришли на смену домоседам-трипольцам. Пастухам и скотоводам, ямникам стоит принести благодарность за телеги, на которых они передвигались. Это первое появление в наших местах колесной повозки. Захоронение ямников легко отличить от других. По углам прямоугольной могилы лежат колеса, символическое изображение телеги, которое сопровождает хозяина на этом свете и следует за ним на другой. Тела умерших посыпали ярко-рыжей охрой. Почему? Неизвестно. За тысячелетия останки пропитались краской. Благодаря такой подсказке даже начинающий археолог понимает, перед ним ямник. Традицию курганов продолжили скифы. Их относят ко второй волне ранних кочевников. Скифский путь лежал в Центральную Европу из Центральной Азии, так что теперь их курганы расположены от Волги на востоке до Венгрии на западе. Самая эффектная скифская находка в Молдове из кургана Удубасар – золотая гривна. Это мужское нашейное украшение, массивное и убедительное в своей простоте. Наши клады эпохи бронзы можно найти не только в музеях Молдовы, но и в других странах.
В историческом музее, что на Красной площади в Москве, хранится Бессарабский клад. Он найден в 1912 году у села Бородино Акерманского уезда Бессарабской губернии. Датируется первой половиной второго тысячелетия до нашей эры. Это один из самых уникальных кладов этого периода. Уникальность его заключается, во-первых, в том, что каждый предмет он представляет собой не просто предмет снаряжения или вооружения. Это в том числе и шедевр изобразительного и прикладного искусства того времени. Для нас он является уникальным еще потому, что впервые в одном кладе было сосредоточено такое количество символов власти разных типов. Судя по разнообразию и богатству найденных предметов, хозяин заполучил их в результате военных походов. Это смешение разных культур, традиций, стилей. Копье более характерно для Поволжья, мраморная булава и топоры для Северного Кавказа. А инкрустированный золотом серебряный кинжал по орнаменту типичный для крито-микенской цивилизации. Все втулки копий украшены тонкой нарезкой и инкрустированы листовым золотом 750-й пробы. Богато, дорого. Впечатляло тогда, удивляет сейчас. Животные словно застигнуты художниками в момент погони или схватки. Мускулистые тела сплелись в плотный орнамент. Он несет в себе звериную, хищную энергию, символизирует силу и необузданный нрав владельца. Олени, кабаны, лошади, птицы – везде. На золотых бляшках, нашивавшихся на одежду, на ножнах мечей, на самом оружии. Вообще кочевники много чего дали цивилизации, они были такими переносчиками самых разнообразных изобретений и инноваций. Это и седло, и верховая езда, и стрельба из лука, ну, штаны, например, это изобретение кочевников, стремена. Я уже не говорю про других кочевников или скотоводческих народов, которые подарили нам одну из самых древних книг, это Ветхий Завет. Это тоже их произведение в некотором смысле. Описание скифов встречается у Геродота в рассказе о походе персидского царя Дария. По пути он покорил много народов. Со скифами царю не повезло, дали отпор. Их всадники изматывали персов. Они проводили отвлекающие маневры, чтобы увести противника подальше от кибиток с женщинами и детьми. Дарий понял это и поспешил ретироваться. Решительнее действовал другой завоеватель, отец Александра Македонского Филипп II. Поначалу македонец попытался мирно договориться с самым известным в истории скифом, царем Атеем. Филипп попросил 90-летнего вождя, ни много ни мало, сделать его своим наследником. Переговоры скифа с македонским царем могли бы породить анекдот о жадности и хитрости. Атей жаловался на бедность. «Зачем македонцу такой никчемный родственник?» – увещевал скиф. «И ведь явно лукавил». Скифские курганы едва ли не под самую маковку были набиты золотом. Но оно было для мертвых, не для живых. Не решив спор миром, цари вступили в бой. В нем и погиб несговорчивый скиф Атей. Смерть достойная правителя. Филипп взял в плен скифских женщин и детей, забрал с собой легендарных лошадей, главное богатство Атея, и поспешил покинуть эти края. Закат Великой Скифии случился на рубеже 4-3 веков до нашей эры. На смену им пришло другое кочевое племя – сарматы. Долгое время они предпочитали не переходить на левый берег Днепра, но как только в Европе начался очередной передел власти, иранские племена дошли уже до Дуная. О встрече с сарматами в греческом городе Томы, нынешней румынской Констанце, писал поэт Овидий. «Много сарматского и гетского люда увидишь». Знай, по просторам степным скачут туда и сюда. Нет среди них никого, кто бы с собой не имел бы колчана, лука и стрел со стрием синеватым от яда змеи. Предположение Овидия объясняет длина наконечников стрел. Всего-то 3-4 сантиметра. Без яда они не нанесли бы серьезных увечий противнику. Сарматские аристократы ездили на высоких, горделивых предках нынешних ахалтекинцев. Китайские императоры готовы были многое отдать за этих небесных коней. Дружинники-аристократы и их кони в бою были полностью защищены чешуйчатой броней. Вот они, источники вдохновения для средневековых рыцарей. Thank you.
воевали не только сарматы мужчины, но и женщины. В их захоронениях находят много оружия. Сарматские женщины – один из прототипов амазонок. Многие украшения выполнены в бирюзово-золотом цвете. Мотивы те же, что и у скифов – звериные. Сарматы – название собирательное. На деле это было множество племен. Таким же объединяющим разношерстную публику является определение «фракиец». В письменных источниках дотошные историки насчитали 86 племен, объединяемых одним этнонимом. Фракийцы – самый древний народ в Карпато-Балканском регионе. Эти индоевропейцы расселились на огромной территории между Эгейским морем на юге, Северными Карпатами на севере, средним течением Дуная на западе и Черным морем на востоке. Таких гробниц удостаивались лишь фракийские правители. Отдельное строение с куполом. Каких-то 80 лет назад она находилась глубоко под землей. Ее открытие произошло случайно. Во время войны солдаты рыли траншеи. Лопата одного из них наткнулась на что-то твердое. Подключились археологи, обнаружившие Казанлыкскую гробницу. Теперь она — гордость Болгарии. В 1979 году гробница внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители этого народа были известны как мужественные воины. Легенды о лошадях, об оружии фракийцев пересказывались во всем древнем мире. Современники с завистью описывали фракийские колесницы. Их периодически находят на территории современной Болгарии. В гробовете сослагали вещи, които са необходими в отвъдния живот. Они клали в гробницу вещи, необходимые в ином мире. Все то, что служило им при жизни. Посуду и сосуды. Туалетные принадлежности. Ритуальные предметы. Емкости из бронзы, серебра, керамики и стекла. Обязательно клали оружие. Также находим чернильницы, которые были неотъемлемым предметом в быту фракийца-аристократа. Он был не только воином и охотником, но и администратором. Мы видим, что в гробнице рядом с усопшим оставляли еще колесницу, его любимых коня и собаку, чтобы они сопровождали фракийца в загробном мире. Когда кто-нибудь из племени умирает, то его жены, а у всех их много жен, начинают жаркий спор при ревностном участии друзей, какую из них покойник муж любил больше всех. Разрешив спор, мужчины и женщины осыпают супругу-избранницу похвалами, и ближайшие родственники закалывают ее на могиле и затем предают земле вместе с супругом. Остальные же жены сильно горюют, что выбор пал не на них, ведь это для них величайший позор. Геродот, древнегреческий историк. История, пятая книга. Представители северного племени фракийцев, геты, умершего провожали песнями и весельем, а новорожденного встречали со слезами. Геты считали, что загробный мир куда лучше земного. В этом их убедил некий Замолксис. Геты полагали, что он бог, а древнегреческий историк и географ Страбон был убежден, это простой смертный, мало того, бывший раб философа и математика Пифагора. В своих странствиях Замолксис вроде бы побывал не только в Греции, но и в Египте. Пробавил на чест факт, ел Геродот и Черкас менционезы к Джетси авиау о спиритуалитете специфика. Пожалуй, этим фактом Геродот стремился подчеркнуть особую духовность гетов, которая отличала их от других многочисленных племен фракийцев. Геродот, говоря о гетах, утверждает, что они считали себя бессмертными. Это их базовая характеристика. Именно благодаря этой вере, полагает Геродот, они были так отважны. В отличие от других народов в этом регионе, геты попытались оказать сопротивление персам, которые в то время были могущественным народом с невероятно большой армией.
для того, чтобы осознать странный для грека факт, как такой малочисленный народ может противопоставить себя огромной Персидской империи, он находит объяснение этого шага в их веровании и утверждает, что геты верят, что они не умирают, а уходят к своему богу Замолксису. Карипьери тречела зеулор пенуме Замолксис. Чем выше на север Молдовы, тем чаще можно встретить остатки гетских поселений. Одно из самых крупных обнаружено к югу от Аргеева в селе Бутучены. На мысе над излученной Реута располагалось гетское городище. Врагу туда сложно было добраться, да и сейчас не так легко. По одной из версий, здесь была временная ставка гетского царя Драмихета. Греческий историк и географ Страбон описывал гета как мудрого и хитрого правителя. Его царство охватывало Южную Молдову и соседние земли. В 292 году до нашей эры в поход на гетов отправился сподвижник Александра Македонского, полководец Лисимах. Военачальник был захвачен в плен войском гетского царя Драмихета. Советники настаивали, надо убить врага, чтобы неповадно было другим. Но хитрый гет, напротив, осыпал Лисимаха почестями. Драмихет, царь фракийцев, оказывал царю Лисимаху всякие знаки гостеприимства, поцеловав его, а затем привел его и его детей в город. Страбон, греческий историк и географ. Лисимаха с войском отпустили, на прощание намекнув, что не стоит больше появляться на землях гетов. Македонец принял увещевание к сведению и больше в этих местах не объявлялся. Неизвестно, какое впечатление произвело на Лисимаха гетское поселение, а удивиться было и есть чему. Помимо жилищ гетов в Бутученах обнаружено святилище. Предполагают, что это был круглый храм с закрытым внутренним помещением и открытой галереей вокруг него. Его сравнивают с английским Стоунхенджем. Возможно, это было не только святилище, но и обсерватория. Верования гетов созвучны с орфеизмом, учением древнегреческого музыканта и поэта Орфея по происхождению фракийца. Он был единомышленником все того же математика Пифагора. Согласно легенде, Орфей не смог вернуть из подземного царства Аида свою умершую жену Эвридику. Он вернулся горевать во Фракию. Македонцы утверждают, что к ним. Жители села Ципово уверены, что к нам. Якобы древнегреческий музыкант покоится в одном из гротов у живописного водопада. Туристы им охотно верят. Гетов связывала не только заимствованная религия, но еще и экономические, торговые связи. В 7-5 веках до нашей эры эллины основали на побережье Черного моря около 90 городов-государств. Самые близкие к нам – греческие колонии Истрия, Тира и Ольвия. Город Тира располагался на правом берегу лимана Днестра, на месте современного города Белгород-Днестровский.
Греки были очень прагматичные люди. Поэтому колонизация имела в своей основе одну из главных причин. Это, конечно же, торгово-экономическая причина. Сюда просто приехали прагматичные люди, хотевшие, желавшие заработать. Торговали здесь с местными. Это фракийские племена, если мы говорим о Тире. Чуть попозже это уже скифы. И с другой стороны, так сказать, торговой цепочки, это метрополия, это города классической Греции. Афины, там, Хиос, Клозамены и так далее. Здесь находим огромное количество импорта. То есть той самой керамики, которую там производили, сюда продавали, эти же отсюда вывозили зерно, рабов, потому что на рабовладении базировалась вся экономика фактически там, в центре. Греческие города привлекали как торговцев, так и завоевателей. В 331 году до нашей эры наместник Александра Македонского Заперион подверг осаде греческие города. На обратном пути он вместе с 30 тысячами воинов был атакован скифами и гетами и погиб в Гетской пустыне. Вероятно, это вновь описание Буджакской степи. Предполагают, что именно с этими событиями связан знаменитый клад, найденный в советские времена колхозниками в Аланештах Штефанводского района. В нем светильник из храма Артемиды, комплект македонского вооружения, роскошный шлем с изображением сатира и сфинксов и пара поножей. С ними связана современная история, детектив, приключения и комедия в одном флаконе. Отрицательными героями этого сценария, нарушившими закон, стали милиционеры. Царану кноскант леджат, тата лумя кноштя ки се персекуту, лича предат материалу ла милиция. Крестьянин, как и все остальные люди, знал, что закон обязывает сдать находку в милицию. Простой народ законопослушный. Ну а милиционеры, вместо того, чтобы, как полагается, сдать находку в Центральный исторический музей, поступили весьма практично. Они надевали поножи на ноги и колени, чтобы защищать себя при езде на мотоцикле от холода. Вероятнее всего, события происходили в холодное время года. Так они и ездили в течение недели-двух, пока кто-то не убедил их взяться за ум, чтобы избежать проблем. После этого клад был передан в Центральный музей. В III веке нашей эры греческие колонии исчезнут, но у них еще есть пара веков для процветания и распространения культуры эллинов среди соседей – кельтов, гетов и даков. Еще одним северным фракийским племенем были даки. Древнеримский поэт Вергилий описал их как мирный народ, интересующийся исключительно земледелием. Он ошибался. Даки были отважными воинами, защищавшими свою землю и при необходимости решительно переходившими в наступление. В дакийском обществе главным был царь. Он обладал монополией на золотые прииски. Далее шел его помощник и главный советник – жрец. Затем аристократы или тарабосты. Так их называли из-за носимой ими в любую погоду шерстяной шапочки. Поэтому головному убору можно легко отличить на древних изображениях дака от представителей других народов. Простой народ называли каматами или капилатами. История сохранила имена двух легендарных дакийских царей – Бурибисты и Децибала. Они достойны отдельного рассказа. С именем царя Бурибисты связывают появление столицы Дакии Сармизеджитусы. Она расположена в труднодоступной горной местности румынской Трансильвании. Это типичная дава, крепость даков. Сармизеджитуса расположена на высоте 1200 метров, имеет протяженность около 3 километров. Позже римляне разрушат крепость и построят в другом месте одноименную столицу уже римской провинции. Бурибиста был собирателем земель. При нем государство обрело свой самый внушительный размер. Географ Страбон писал, что этот царь мог собрать войско в 200 тысяч человек.
În mod clar, este unul dintre marii regi daci. El este cel care... Разумеется, это один из величайших царей даков. Он тот, кому удалось объединить дакийские племена. Возможно, на религиозном фоне, за счет культурного, цивилизационного взрыва того периода, создается огромная империя, которая на севере достигает Братиславы, доходит до Украины, Днестра и Балкан. С другой стороны, охватывая греческий мир на побережье современных Румынии и Болгарии. Вероятно, оттуда он привозит инженеров, которые создали фортификационную систему в горах возле города Арештия. Греческие буквы на каменных блоках указывают на греческое мышление, влияние. Бурибиста настолько увлекся ролью геополитика, что вмешался в конфликт римлян, в который, пожалуй, не стоило вмешиваться. Он встал на сторону Гнея Помпея, выступившего против Гая Юлия Цезаря. Помпей проиграл в той гражданской войне, а Цезарь стал заклятым врагом Бурибисты. Дакийский царь был убит в том же году в результате заговора. Его предали такие близкие, но, как оказалось, далекие сподвижники-аристократы Тарабосты. Спустя 142 года единства народа смог восстановить царь Децибал. Это были сложные для даков годы. Рим наступал. Встреча была неминуемой. Не дожидаясь ее, даки сами атаковали римские войска. В 85 и 87 годах они перешли Дунай и победили римскую армию. Спустя год удача перешла на сторону римлян. Децибал был вынужден заключить мир. Дак не столько потерял, сколько приобрел. Он, как и прежде, именовался царем. Мало того, получал ежегодные субсидии, оружие. В край приезжали мастера, строили военные сооружения. Кроме того, соглашение означало официальное признание дакийского государства. Даки учились у специалистов прежде всего военному делу. Это доказывают изображения на колонне Трояна в Риме. На рельефах явное сходство сторожевых вышек римлян и даков, построение воинов с обеих сторон в знаменитую римскую черепаху. Децибал и его народ все же проиграли. Дакийский царь предпочел пленению самоубийство. Его примеру последовали многие военные. Отрубленная голова царя была лично преподнесена императору военачальником Тиберием Клавдием. Помимо провинции, римлянам достались сокровища Децибала. Чтобы заполучить их, захватчикам потребовалось повернуть русло реки, на дне которой дакийский царь спрятал свои богатства. На приобретенные золото и серебро в Риме устроили небывалое торжество. Да, există, да, o singură sursă istorică pe subiectul ăsta care asta o avem cu asta mergem, care spune că sunt peste 300 de tone de aur și 600 de tone de argint pe care romanii le-au găsit prin prădare. Существует единственный исторический источник, описывающий это событие. На него и ссылаемся. В нём говорится о 300 тоннах золота и 600 тоннах серебра, которые римляне смогли обнаружить из-за предательства одного из приближённых Децибала Бицилиса. Даки спрятали сокровища на дне реки Саргития. Римляне достали их и увезли в Рим. Им нужно было как-то аргументировать неимоверные усилия в этой войне. Так они покрыли золотом и серебром вложения в эту кампанию. В тех впечатляющих сражениях гладиаторов в Риме, длившихся 123 дня, были задействованы 20 тысяч пленников даков. Колоссальная цифра. Лупте де гладиатор в амфитеатре Ромей, фолосинд 20.000 де призонери дачи. Deci o cifră colosală. За счет даков также возвели знаменитую колонну Трояна, на которой шаг за шагом, сцена за сценой, описан поход римлян на Дакию. Кровавое зрелище производит угнетающее впечатление. Лишь 20% территории Дакии в 106 году нашей эры стали римской провинцией. На остальном пространстве продолжали жить свободные даки.
римляне покинули Дакию между 270 и 275 годами. Они владели провинцией 165 лет. Теперь у Рима были другие заботы. Наступали племена варваров, так что победа империи над даками ознаменовала начало ее падения. До территории современной Молдовы римляне не доходили. Тут был свой провинциальный Рим. Его принесли черняховцы. Ученые спорят, кем же они были с этнической точки зрения. Пришли к консенсусу. Это была готская федерация германских и негерманских племен. То есть готы, пришедшие из Скандинавии, главенствовали над другими племенами, в том числе над черняховцами, населявшими нашу территорию. Многочисленные поселения черняховцев не были укреплены. Они считали, что опасаться некого. То было на самом деле недолгое время передышки. Черняховцы впитали в себя культуру Рима и других народов. От римлян они завели моду на ношение драпированной одежды, края которой скрепляли богато украшенной булавкой – фибулой. От германских племен среди мужчин пошла мода на длинные волосы, собранные сбоку в узел. Это был символ принадлежности к знати. Потому гребни находят как в женских, так и в мужских захоронениях. И, наконец, черняховцы первыми ввели в здешних местах в обиход изделия из стекла, кубки зеленого и голубого оттенков. Стекло в те времена было дорогим и редким удовольствием. Предполагают, что конические сосуды изготавливали артели кочующих римских мастеров. Черняховцы переоценили степень своей безопасности. Им пришлось уступить под натиском Атилы, правителя гуннов. Эта территория стала частью его царства. Атила объединил под своей властью тюркские, германские племена в державе, простиравшиеся от Рейна до Волги. Тем временем племена и народы все шли и шли. Это было великое переселение, открывшее новую страницу истории для нашего края и Европы. Это для человека век как вечность, для истории миг. Через несколько мгновений на карте Европы появится первое молдавское государство. Его ждут испытания и многократные попытки обрести, а затем удержать независимость. Это трудный путь, который выбрали и выбирают молдаване.